Всем привет, с вами Анастасия Тарасова и Дмитрий Тарасов. Сегодня мы находимся на матче очень важном. Родина играет с Рубином, а мы пришли поддержать, так сказать, наших родителей, главную команду Родины. Сегодняшний матч посвящен Дню защиты детей. И подготовили прекрасное шоу «Аквагрим». Здесь ходит Бэтмен, Супермен и, конечно же, мой главный герой. Да, но мы идем болеть за Родину, пообщаемся с болельщиком, ждем Саню Текилу. Возможно, у него сегодня будет, кстати, выступление, поэтому будем ждать. Саня, я очень жду твоего выступления, честно. Ну а мы погнали болеть за Родину. Вперед, родные! Рады тебя видеть наконец-таки у нас на Родине. Слушай, но я здесь не первый раз. Да? Я как-то вел, короче, чемпионский корпоратив Родины, когда они выиграли вторую лигу и вышли сюда, в первую лигу. Я помню, пацаны тогда говорили, что, ну, вообще у нас задача по одному сезону тратить на лигу. Но дальше, если будет РПЛ, то в целом придется, наверное, там задержаться, потому что дальше некуда, кажется. Ну, как ты думаешь, есть шансы? То есть уже попали в стыки. Сегодня игра, которая ничего не решает, но хочется, я думаю, победить и одной, и другой команде. Вот если в стыке попадет Родина, какие шансы? Наверное, зависит от команды соперника, да? Либо Крылья Советов, либо Нижний Новгород, либо Факел. Мне кажется, Нижний попредпочтительнее в качестве соперника. Я не согласен, я думаю, Крылья. Крылья, я слышал, что у них там что-то, да. Разногласия. Симпатичный футбол у Крыльев просто очень. Симпатичный, согласен. Да, да, да. На бане Тимошенко, который лучший бомбардир лиги. Почти, он делит первую строчку. Может сегодня как раз-таки забить, я не знаю, Спенки и быть лучшим бомбардиром. Да, ну Спенки это ты, и Сань забиваешь, а он может сыграть. Но правда он на замене пока. Он на замене, он, ну понятно. Дело в том, что сегодня, по-моему, прощальный матч Аликина. И мне кажется, он вышел. А потом выйдет уже и будет играть в двух нападах. Тимошенко, верим. Вручаю нашу болельщицу шарфик, можно сказать, именной, с своей шеи. Держи. Родина, Москва! Родина, Москва! Родина, Москва! Пацаны, идите к нам, идите к нам, идите к нам! Только Родина, только победа! Только Родина! Пацаны, нормально! Все нормально! Ничего страшного! Давайте, пацаны! Хотите быть в ультрас? Идите сюда. Давайте все сюда подходим. Опа, Бэтмен с нами, иди сюда, иди сюда. Чуваки, это он супергерой, блин. Скоро Кощей Бессмертный придет. Родина, Москва! Родина, Москва! ФК, Родина! ФК, Родина! ФК, Родина! Эй, калмык, давай забей! Эй! Эй! 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 Ну что, у него крутая кричалка есть. Ты можешь болеть за Динамо? Ты можешь болеть за коней! Ну лучше болеть за Родину, а иначе получишь люлей! Понял! Ты можешь болеть за Динамо, ты можешь болеть за коней, но лучше болеть за Родину, иначе получишь люлей. Родина, Москва! Родина, Москва! Родина, Москва! Аплодируем ему и скажем огромное-огромное спасибо Палычу, что ты играл с нами. Вот частичка Родины и те достижения, которые есть, ну, это благодаря тебе в том числе. Спасибо еще раз. Пока есть возможность, давайте мы дадим слово самому Павлу, потому что очень важно, чтобы вы сейчас что-то сказали. Болельщики ждут, одноклубники ждут, и мы тоже все. Спасибо всем, кто сегодня присутствовал на матче. Конечно же, партнерам в первую очередь.
было очень приятно эти два года, с кем два, с кем год, с кем полгода. Очень много эмоций. У меня еще две игры, поэтому завтра возобновляю карьеру. Стыковые матчи, поэтому еще рано. А так, конечно, хочу сказать всем огромное спасибо. И дай Бог всем до 40 поиграть, ребята. Дай Бог! Несмотря на погоду, не очень хорошую, пришло много людей, все болели за Родину. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, болеем за Родину, идем в стыки. Ух, дай Бог. Давайте, Родина, удачи, мы с вами.